Так, ага, Игорь, всем привет, с вами, Нот, с вами. Где мой лысый? Блин, лицо потерял. Ладно, его проблемы. Блин, где Аркс? Так. Фальк. Давайте заберу хотя бы робота тогда. Без помощника вообще, Тас? Куда Аркс делся, мой лысый? А, вот он стоит. Анализ данных, полезный предмет, собран. Иди за мной. О, нормально. Раз этот не хочет... Я не знаю, что он отвалился от меня. Где обиделся. Но теперь у нас будет наш. И с ним, когда я ломать мясо, кстати. Когда я приду опять к своим клирикам, я скажу, что, брат, ты что? Знакомое место. Мне куда-то наверх? Или он снизу? Вот в чем вопрос. Состояние преобразователя отключено, производительность 0, установка была отключена, бла-бла-бла. Там помощь комната была, которую можно взломать, да? А, вон ползает. Ух ты, ха. Кольцо твердость, фига себе. Ну блин, одно берется. Ах ты ж собака. Не, ну сила мне пока нужна, потому что я с нее получаю прям хороший профит. Да? Блин, нифига не вижу. Хоть он отсвечивает, но толку никакого. Блин, нафига ты скинул? То есть он не может нажимать и ехать. Кстати, прикольный эффект, мне робот больше нравится. Я не знаю, насколько его полезность больше, чем у Аркса. Но, почему бы нет? Баги мне тут не нужны. Так, Эликс. Что-то я не вижу комнаты свободные. Ошметки. Да ладно, это в этой комнате, вы серьезно? А если бы мне не был прокачан взлом, что бы я делал? Офигеть, они обнаглели, видели, да, что творят? Так, взлом. Не понял. Что-то время не пошло. Как он работает? Так, да, взломать. Один меньше двух, два больше одного. А, все понял. Да ладно, так просто, что ли? Так. 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 7. 3 верное, да? 1, 8, 3, 4. 1, 4, 8. Ха! А я не допирал. Да как понять, что? Блин, он так висит вообще непонятно, типа. Води, не води. Стой, кот. Да ладно, не смогу взломать. Обидно.
А где кнопка, открывающая вот это все? Ладно. Прокачаем еще. Нам сейчас главное самим опыта поднабраться, стать сильнее и напинывать других. У нас уже есть лазерное оружие, у нас уже много чего есть, но этого еще, конечно, мало, но... Что поделать? Со временем станем сильнее. Все пригодится. Все, что не прибито, все, что не горит, все будем использовать. Что-то привалял. Не обращайте внимания. Так, ближайшая еще точка здесь есть. Еще две остаются. Изично вообще. Так, не туда. Куда я смотрю-то? Нет. Значит, мне туда, да? Ну, вроде да. Не на ту точку. Куда-то туда, в горы. В смысле, вероятность выживания критическая. Я ж выжил. Ну, нормально. Нет, туда. Плавненько так сели. Зря только использовал. Ну и да ладно. Опыт есть опыт. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Хотя, знаете, что-то дали мало. 5. Да я с робота ползающего больше выбиваю, чем с них. Неужели тут опыт с врагов может даваться меньше? Со временем имеется в виду. Тролль. А. Тролль, да. Ха. Не, ну смерть здесь явно будет сразу. Почти без шансов даже, я уверен. Домик какой-то. Отравлен. Плохо. Я пока ничего не могу сделать о траве. А? Ай. Блин, ну хорошо так жахнули. Надо будет найти потом в городе клириков станок, должен быть, наделать себе зелье к лечению. Дальний бой такой сложный. Опа, что это? Ночер. Стой, коготь. Особенно светильник. На что я рассчитывал? Я думал, спрячусь, забагу его, но не получилось. А чёрт. А как мне туда вверх залететь-то?
Как-то я тут залезть могу, нет? Есть. По чуть-чуть, и куда-нибудь заберемся. Так, еще чуть-чуть. Слышь, Ночер, иди-ка ты лесом. Нет. Черт. Нет. Собак. Здравствуй, Ночер. Можешь меня не преследовать, пожалуйста. Давай, держись. Тут же вон долететь чуть-чуть осталось. Держись, главное. Цепляйся последними ботинками, не знаю, зубами за эту стену. Сейчас по радости прилетит, да мне в спину. Есть. Ха! Конечно, я мог ночью попробовать закидать гранатами или еще чем-нибудь, но мне кажется, это странно. Что это? Просто камушек. Смотрите, еще чуть-чуть. Хе-хе-хе-хе-хе. И выкуси, тварь. На этой горе почти ничего нету. Наверное, не рассчитывали, что сюда кто-то попрется. Нет, наверное, не рассчитывали, потому что они ждали этот костюм летающий. И знают, что люди любят сокращать. Ну, как-то пустовато, знаете. Тупая курица. Чё же я не могу её блокировать-то? Мне чуть щит нужен или чё? Чувствую себя штурмовиком, блин. Из этих звездных воинов. Такой же примерно звук выстрела. И, скажем так, убойность такая же. Блин. Не допрыгнул. Хе-хе-хе-хе. Ух ты. Это же мой звездолет, нет? Что-то собрал еще. Ха. Интересно. Так, теперь мне надо здесь добыть что-то. Ну, пойдем сюда. Там был, правда, один чувак, который хотел меня избить за то, что я ему не заплатил ничего. Ну да ладно, это мелочи. Конечно, можно и у них квестов понабирать, но... Даже не знаю. А, это на улице даже? Ужас какой. Че, это смертники идут куда-то? Стражник, странствующий торговец. Не в ту сторону. Куда, где-то в город надо. Надо, подавись.
Я бы тебя убил просто, если бы мог. Registering high levels of testosterone and adrenaline amongst the local population. Advise caution. Рекомендуется осторожность. Да, я вижу, что здесь одни наркоманы. Поэтому я с ними особо дел не хочу иметь. Это, конечно, наверное, опыт квесты, но фиг знает. Не внушают они мне доверия. Эй, ты! Пара осколков не найдется? Анализ уровня стресса в голове. Рекомендую оказать умеренное содействие в расчете на будущее сотрудничество. Я сам бы лучше сказал. Держи. Спасибо, друг. Потому что иногда дружбу можно купить. А в таверне тебе без друзей не обойтись и не выжить. Особенно в такие времена, как сейчас. О, времена меняются, когда крысы покидают тонущий корабль. Тогда эта крыса заткнет дырку захапает весь корабль. Прям как Тос сказал, вообще плевать на тех, кто ты, чё-то. Ты не похож на бомжа, зачем попрошайничаешь? Я не попрошайничаю, я даю запросы. Но ты прав, я сам не свой, даже эта броня не моя. Мне дал ее друг. Друзья, услуги, вот на чем стоит Магалан. Бери их достаточно и перевернешь мир. Крыса не забудет твое пожертвование, не сомневайся. Что тебе есть на продажу? О, гранаты. Сколько это мне выйдет? Да, нормально. Шапка механика. Бред. О, штаны шахтера, хорошо. Ну, плюс один как-то вообще ни о чем. Сырой Эликс. Сопротивление бесполезно. А, я же говорю, делается, да? Мясо мокрицы, лист мутанта, бутылка воды, смотрите. И здоровья больше. По идее, хорошая вещь. Ладно, давай, что я могу тебе продать? Два топора. Давай я тебе один продам. Меч, палаш продам. Железотруба продам. Я получу 32, да? Лук могу уже продать один. 34-35. Могу себе позволить, а чё нет? Так, из брони особо продавать там мне нечего. Амулеты пока, наверное, нужны. Пусть пока так будет, да. Ну, а 25 гранат. Теперь я чувствую уверенность. Если надо будет завалить кого-то гада. Мы его и завалим. Это арена. А, это выращивает просто. Ай, ты ж господи, а! Too easy. Ну да, too easy. Ему-то это явно не нужно. Иначе он бы лучше защищал. Логично? Логично. Я вообще рядом, да? Да вроде где-то рядом. В смысле, это трактир? О, могучее зелье. Кто это? Поговорить туз. Чувак, что ты странно напряжен какой-то? Ты что, седовитых гудоков наелся? Ну давай, расскажи, кто ты? Кое-что я тебе про себя рассказал? Да-да-да, давай, можешь угостишь меня с тимами дока, но не то, что я могу заснуть, пока там ты бормочешь. Вот, купи себе что-нибудь. Ага, я знал, что ты из добрых парней. Про игру тебе нужно знать только одно. Это лучший способ навариться в товаре. Правда, придется подождать, когда все доберутся мой брат. Так, подожди. А что за твой... А, при чем тут твой брат? Он приносит... А, я без него не играю, короче, он приносит удачу.
Ты этой игрой на жизнь зарабатываешь? Частично, но работа в форте у меня все равно есть. Я курьер. Это рисковое дело, но дает массу возможностей. Кто знает, какой курьер выживет, а какой нет. Если хочешь, можем с тобой поспорить. Я тут принимаю ставки на то, какой курьер выполнит работу и добежит до цели живым, кроме всего прочего. Босс играет нашими жизнями, так почему бы нам не ее заработать? Так, не понял. Че, легко досталось, быстро потерялось. Кусок серы. Я бы с ней пытался поговорить, но... Купить, выпить? Живи своей жизнью или проваливать сюда, понял? Кто тебя так разозлил? А это еще не злюсь. Я так, чуток короче, понервничала. Это все из-за того, что мне годами приходится иметь дело с козлами, придурками и прочими. Ты из какой категории? Или ты просто мимо проходил? У тебя нет никакой работы. Ну, крепкие парни всегда нужны, но у меня нет осколков, чтобы оплачивать новых работников. Если хочешь что-то заработать, иди к Вильерму. Я отвечаю только за этот квартал, и он знает, что происходит во всем форте. Ой, чем я чем-нибудь? Хорошо. Че такое? Ну, блин, это хорошая вещь, наверное. Да, без разницы, пусть я доходит. Такой, блин. Не, но мне очки нужны. Хотя... Я не знаю, что значит увеличить боевые способности спутника. Но давайте проверим. Это вещь полезная, по идее. Че, могу помочь? Проблемы? Не, вопрос, если ты пришел выпить или пещеру группы, так скажи. А если по делу, поговори с Хлоей. Да, идет спуск. Так. Воу. Кто ж знал, что тут мины? Я же даже не ожидал такого. Если честно, это была какая-то подстава. Я даже все вскрыл, да? Ничего уточнить нельзя. Так, вроде все упер. Старый отчет в оружейном испытании. Залежи чего? Серы? Или стали? Серы. Ну, я не знаю, нужен мне или нет. Да чтоб вас, а, я ж... Я сохранился? Блин, я же не сохранился, да? Тут все в минах, да? А почему они не нарываются? А нет, нарывается.
где здесь? А вот он. Смотри. Мясо есть, мясо, чего ж возьму. О, вижу Эликс. Люблю старые игры за то, что они, авторы, разбрасывают здесь, так сказать, все вручную. Хламер? Эй, эй. У тебя поесть не найдется? Консерв есть? Или какие-нибудь, или еще что? Держи. Нет, я ничего нет. Может, пара осколков-то? У тебя не найдется немножко осколков? Да, держи. Спасибо. Мы все должны друг другу помогать. Как ты тут выживаешь? Дарами горных владык, что только сверху из форта не скинут, на жизнь хватает. Иногда еду. Иногда всякие штуки, которые я могу продать рейдеру. Он меня... их... не найду, меняет. Он охотник, это надеется на добыче. Скоро он должен вернуться. Ты не сходишь к нему? Может, он мне что-то передаст? Я тебе за это пару осколков наскребу. То есть... подожди, я тебе дал осколки, и ты хочешь их мне вернуть? Вот хитрый чувак. Ладно, я найду. Спасибо. Мне все труднее выбираться в пустыню. Ты можешь передать ему осколки и доставить мне мясо. Я бы дал... был особо тебе благодарен. Ну ладно. А, чувак, я могу у тебя поспать? То лень тратить мне. Что-то крутит, тут крутит, вертит. Так, и мне осталось посетить еще одно последнее место. Потом можно будет на всякий случай своих пробежать. В надежде получить какой-то профит, квест, я знаю, хочу. Да хватит вываливаться там. Я же даже не пытаюсь авторизоваться, что ты мне фигней занимаешься. Ну какого черта он выскакивает? Вот, ребята, я свой, смотрите, у меня тоже есть. Стоп, я, по-моему, неправильно бегу. Ну, естественно, неправильно бегу. А, еще, блин, кратер. Кратер, кратер, кратер. А, да, я спрашивал, вот этот кратер? Этот же, да? Мне сказали, возле него есть пушка, я помню. Пушку крутую. Я как буду мимо пробегать, заскочу туда. О, кладбище. Пыточное кладбище какое-то. Да, забей, тут все в износе. Но робот, по крайней мере, получше. Он мне как Аркс мозг не выносит. А то он ныл вообще налево и направо. Это так бесило. Так, что у нас еще есть? Вижу дома. Проходите. Конец. Блин, я что-то вспомнил Дармаму, я не могу вспомнить, откуда это. Какого-то фильма или... откуда вообще это слово вылезло в голове? А я уже второй день пытаюсь вспомнить Дармаму. Дармаму. Не знаю, что это. Сундук. Так, стой. Да нет, блин. Я пытался остановить, он просто мотался туда-сюда. Манна. Сдалась она, конечно. Но если на халяву, почему бы нет? Это не
Хлам. Так. Это явно чей-то дом. Интересно, только чей? Странно. Ну ладно. Чуть-чуть занули, тоже неплохо. Как тебя блокировать-то? Да, конечно, роботы как были напарники бесполезны, так и остались. Повышаем уровень, не повышай. Ох ты ж, как я удачно приземлился, да? Чувак, миру мир, да? Нет. Все равно не догонишь. Лошак. Или догнал. У меня нет листика. Что, еще какой-то фильм узнал? Опять курица. Ну ладно. Нельзя просто на стол положить. Анализинг. Анализинг. Increases in atmospheric interference detected. Recalibrating sensors. High ELEX concentrations detected. Impact zone. Rock fragments are extraterrestrial in origin. Сильный враг. Сильный. Подняла вепря, я не сделаю. Это просто побегаем. Фига себе. На враги здесь будет здоров. Опа! А случаем это не то место, где робот был? Так. Конечно, враги еще сильные. И это печалит. Давай, беги, 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 беги. Что это за месиво? Ах ты ж, как ты меня поймал. Вау, радиация. Это было неожиданно. Стоять, курица. Воу. Нет, 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 слетай. Ugh!
Слышь, ты хоть стал совсем дряхлый. Походу аркс за счет того, что ближний бой более живучий, да? Все, можно выполнять, возвращаться. Получить уровень, прокачаться еще чуть-чуть. Ну давай. Чё б нет-то? Блин, нос вообще забивает. Собака. Так, кто ты хотел? Ну, насчет твоих компонентов. Yes. Да. Я нашел гидравлическую муфту, такая тебе подойдет? Да, спасибо. Удивительный искусственный образец, согласись. Более крепкий и долговечный, чем органический аналог, и при этом способен копировать таковой. Подумать то, каким бы мог стать Мегаланд, если бы не комета. Думаешь, планете было бы лучше? О да, все было бы совсем иначе. Катастрофа унесла миллионы жизней. Кроме того, Мегалан обладал технологической инфраструктурой, воссоздать которую мы не в состоянии. Но комета принесла не только смерть. Она же подарила нам Эликс. Именно Эликс позволяет уцелевшим совершать новые технологические прорывы. Это заслуга клириков. Мутанты благодаря Эликсу приспособились к новым условиям жизни. Мы сделали то же самое. Короче, мы приспособливаемся, мы выживаем, мы движемся вперед. Я в тебя верю. Не сенсор. Тогда мы на шаг ближе к цели, клирики, которые меня сюда послали, будут довольны. Так, я как бы... Поточнее выразиться, я сторонник. Так, значит, все эти компоненты... Чё ты мне хочешь? Как всегда, будет сделано, я могу дать тебе координаты, но не забывай, что у нас секретное задание, выполняя поручение легата из Хорта, но очень знающий человек. Для меня большая честь служить ему. Служить? Служите, помогайте, мы служим Кал-Эну, и для меня Леган — это его голос, я должен следовать его указаниям, мы все верим в Кал-Эн. Ладно, как скажешь. И да, мы верим в Кал-Эна. Все клирики верят в Кал-Эна. Ты должен поговорить с моим легатом, я должен следовать его указам. Он клирик легат в монастыре Хорт. Да мне-то что? В смысле, ты тоже клирик, алё? Я достал. Подарками это у нас не было ни его, ни Эликса, пока не прилетел комета. Теперь эти вещества помогают двигаться науку вперед. Считаешь комета хорошо? У меня нет никаких чувств насчет все, я просто наблюдаю. Конечно, интересно рассуждать на досуге, каким мог бы быть наш мир, но гораздо важнее понимать, из-за чего произошло все это моим. Как мы можем изменить? Как ты относишься к Эликсу? Эликс — это ресурс, судить с точки зрения морали можно только результаты использования, а не само вещество. Я достал процессор. Мне надо его проверить. Но на вид он не поврежден, так что все хорошо. Бла-бла-бла, так ты сооружаешь что-то военное. Сооружаем. Это компоненты нужны для... Мы их используем для техники, которая повредит альбов. Это как-то без уверенности говоришь. Без уверенности в чем? С тобой все в порядке? Ты заговариваешься. Я подумал о тебе то же самое. Если тебя что-то беспокоит, мы всегда можем поискать того, кто тебе поможет и закончить. Что-то подозрительный тип, ладно. Я достал миниатюрную Эликс-батарею. Яркий пример революции, которую Эликс произвел в технологии. У нас, конечно, нет таких ресурсов, которые обладали предки, но смотри, каких успехов достигли клирики. А это сделали клирики? Такова воля Кал-Эна. Только клирики верят в науку и исследования. Только клирики были способны изготовить такое. Все технологии, которые удалось сохранить, технологии, созданные с нуля, это все, это Мегалан. Должен быть благодарен клирикам. Клириков нельзя обвинять в появлении Альба. Ты так уверенно об этом говоришь? Воля Кал-Эна помогать всем посредникам технологий. Так говорит мой легат. Ты все поймешь, когда наступит время. Тебя послушаешь, так у Кал-Эна все схвачено. Мне кажется, у тебя собраны все компоненты. Согласен, пора доставить их по местному назначению. Это я нашел по пути, можешь использовать, как сочтешь нужно. Сообщу тебе координаты локации, ты готов доставить компоненты? Есть, отлично, так и знал. Да, пора познакомиться с твоим легатом. Хорошо, вот координаты. Эти компоненты очень важны для него. Достань кожу скорее.
Так, куда мне эта операционная память отправит? А, мой нос, господи. Спутники. Что? Что-то кидалово какое-то, смотрите, это очень... Походу, развел его кто-то. Эти барыги-наркоманы, походу, придумали им для него проблему какую-то, выдумали. Кстати, я задание-то не профукал собрать 50 этих. Походу профугал, да? А, нет, есть. Так, кстати, давайте чуть-чуть прокачаемся. Как я говорил, мы пока качаем вот это, потому что это дорого. Это. И раз, два, три, четыре, пять. Давай так. Применить. Как бы, да, я понимаю, что это сложно качать. Вот это мне нужно 30. Дальше я пока не знаю, что с этим делать. Плюсик, что это? Тут прокачать, смотрите, можно много чего. Там прокачать, господи. Так, что-нибудь я смог из этого нового носить? Нет? Стойкость нужна дофига. Я даже не знаю, как 60 мне вкачать. Что здесь? О, щит. Как это работает? Допустим. А-а-а. Как мне пушку взять? Плохо дело. Что такое 3 вот это? Урон 80, урон 100. Восстановление 40. Не знаю. Не знаю, зачем это нужно. Пусть пока здесь щит будет. Мой первый щит. Так, ну давайте посмотрим, что это за чувак, которого надо доставить. Что-то сомнительное место, если честно, у этих барыг. Возможно, его даже развели. С каждым уровнем я становлюсь все сильнее и сильнее. Сильнее и сильнее. Вообще, легату здесь делать нечего, как я не прикидываю. Это какое-то разводилово. Я думал, он ему напел просто, что... Ух ты, что это? Какая-то штучка. Вниз. Что это за модуль? Это голова робота или что это? Фига себе, подпольное хранилище какое-то. Целый видос даже. О, ты погляди, кто тут. Я завершил свою работу и принес все, что ты просил. И в этом я никогда не сомневался. Я справился с заданием. Да, Фольк, твоя работа закончена. А что вы тут забыли? И теперь я должен сказать тебе очень-очень важное. Я готов слышать слова Калаана. Мне кажется, ты пытаешься по приказу. Так оно и было. Я услышал слова Калаана. Слова, слова, слова. Что с ним? Разве он не чудо? Он робот. Мое величайшее изобретение. Гордость Творца. Ты создал его? Конечно, это мой шедевр. С теми компонентами, что ты мне достал, я смогу еще его улучшить. Как улучшить? Я установлю на него эти компоненты, и он станет еще современнее. Он робот? Он нечто большее. Спасибо, что вернул мне его. Он, очевидно, избрал тебя своим помощником, другом. Ха. Он становится всечеловечным с каждым днем. Подожди здесь, пока я закончу работу. Ха. Интересно. Фальт. Запуск программы. С нами все в порядке. Для тебя начался новый этап развития. Иди за своим новым другом. Познай самого себя. Новый алгоритм дадут тебе доступ к информации о том, кто ты есть. Позаботься о нем, хорошо? Ладно.
Как ты себя чувствуешь? Наконец-то я могу судить. Мои системы функционируют адекватно. Знаешь, ты не знал, что машина? Нет, я осознавал, что в моем поведении есть нестыковка. Эмоции, к примеру, я чувствую не так, как другие. Но я также заметил, что подобные проблемы встречаются у многих людей. Хотя, возможно, моя реакция на данное открытие недостает эмоциональности для нее. Я должен учиться чувствовать. Ты говоришь, как Альп. Не так. Это не так. Ладно, давайте сейчас с ним закончим. Нет, ладно, пусть это пока будет. Конрад. Четырик, кто вроде не цепь. Ты мне квест дашь? Ты же преступление, ты совершишь оказаться здесь. Почему ты сразу решил, что я преступник? Все тут преступники. Кто-то пришел сюда силой, кто-то пришел сам, потому что идти больше некуда. В любом случае, мы узники. Я вообще не узник. Сначала все так думают. Так, если ты не узник, чего ты хочешь от меня, Творца Конрада? По поводу Фальки. Держи с собой? Ладно. Нет, я квест хочу хоть получить. Если что-то сломается. Так, давай, что ты делаешь? Он готовится к концу света. Вот, отлично. Делаешь бомбу? Бомбу? Бомба — это взрыв, да, взрыв. Эта штука не для того, чтобы... Она для того, чтобы испарить целый город. Это моя баба Дума. Герцог хочет уничтожить целый город? Кто его знает? Зависит от того, каких размеров она у меня получится. Но согласно моим расчетам, на город уж точно хватит. Только кому какая разница, что там взлетит? Тут все дело в красоте. Красоте. Какой город хочешь уничтожить? Выбирай любой. У короля пустыни много врагов. Ксар Абеса Адан. Как думаешь, кто посмеет перейти дорогу герцогу, если узнает, что он в мгновение может испариться к чертям? А, да, владельцу такие штуки достаточно. Так, ладно, все. В общем, и бомба, да-да-да. Давай мне. Здесь оказался. Я клирик, я помогу тебе. Должно по твоей помощи. Нам тогда обоим конец. Ни на что. Кроме того, я свою красавицу не оставлю. Ладно. Почему не сбежишь? Ну понятно, он дал квесты. И давайте с ним разбираться в следующей серии. Прикольно, не знал, что есть клирик, но здесь он видно. Я думал, обманывать будет. Вот, наверное, попробую в следующей серии в город ломануться. У клириков поспрашивать квесты. Нет, так нет. А пока, всем пока.